Прямой эфир, подожди, прямой эфир. Так, где моя штука с сердечками? Где штука с сердечками? Пропала куда-то, ладно. Друзья, все, мы выступили. Ура, 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 ура! Ура! Филипп! 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 Филипп читает СМС. Друзья, поздравляю! Мы в гринруме, друзья, в данный момент. Вот идет гринрум. Мы выступили. На самом деле, ужасно. Ужасно, конечно, все это стрессово и нервозно. Но лучше вначале, как говорится, отпеть и все. Ну, теперь остается только ждать голосования. Обязательно, пожалуйста, очень нужна ваша поддержка. Те, кто может голосовать из других стран, очень серьезный, сильный конкурс в этом году. И, конечно же, естественно, быстрые песни порой даже легче петь. И они, может быть, по атмосфере больше подходят. Но всегда мы за то, чтобы был какой-то месседж, посыл. А в песне «Scream» такой замечательный посыл, который хочется, чтобы услышали все слушатели Европы. И я хочу, чтобы вы поддержали нас в этой непростой борьбе в этом году. Люблю вас, целую, пожалуйста, поддержите. СМС номер 5. Как вы пишите, как вам понравилось или понравилось? Очень важно, потому что когда вы поддерживаете, это самое классное. Спасибо вам огромное, я вас целую, люблю. Все, будем ждать результатов. Покажу вам то, что Green Room, смотрите сейчас. Эй, hello! Это мои друзья. Катюшка.